площадки Краеведческого музея доносилась необычная для обывателей музыка – колокольный звон. На звуки храмовой музыки зрители потянулись к площадке, где свое искусство демонстрировали участники фестиваля «Благовест у моря» – профессиональные звонари. Конкурсанты съехались с разных уголков России – из Санкт-Петербурга, Москвы, Озерска, Пущино и других городов. У многих людей огромный интерес к этому искусству. Поэтому сегодня уникальность этого мероприятия заключается в том, в числе, что соединение происходит различных песнопений, светских и духовных, с использованием колокольного звона. Вот. И вообще вся красота этого искусства, она на сегодняшний день, наверное, во всей полноте до граждан Российской Федерации еще не донесена, потому что многие люди находятся, скажем так, околоцерковном пространстве, вот, и даже не представляет, насколько богата и насколько красива культура нашего русского звонарства. Среди организаторов фестиваля оперные певцы Владимир Богачев и Вероника Касьянова, голоса которых хорошо знакомы культурной публике всего мира. Оперное пение в сочетании с колокольным звоном рождали необыкновенное чувство благости и восторга у взрослых и детей. Организаторы фестиваля пообещали сделать его традиционным. Значит, на курорте колокольный звон, наполняющий сердце радостью, мы еще непременно услышим.